Идем на выписку. Поли в больницу. Встречаем Полину. Николаевна переживает. Сейчас увидит внучку. Внук уже есть. Мы взяли шарики. По траве не ходим. По снегу ходи, Никит. В Москве снега полно, а здесь нет ничего. Здесь осень. Настоящая. Брянский роддом. Догонюсь от тебя. Приветствую. Поздравляю. Спасибо. Дедушка. За рулем, что ли? Машину сюда клеим, поэтому на зал торжественной выписки. Вот они все наши. С днем рождения! Родить бы Вячеславу Хамалицу. Копилки по нашему дому, да? Не волнуйся. А долго. Небо в огне. Пап, давай, пап, давай. Всем привет! Мы пока еще разговаривать не умеем и ползать, но стараемся, да? Хватай ухо. Что это такое? Это что, игрушка, что ли? И встает, оп. Сама встает. Полина, а где Мишки? Где Миша? Вот Миша, нашла Мишу, молодец. И вот еще Миша, да? Полин, где люстра? Не знаешь, где люстра? Вон там же наверху люстра. Где люстра? Вон там наверху люстра.